Друзья, всем привет! Сегодня расскажу о нашем проекте в жилом комплексе Buyers. Это квартира площадью 36 квадратных метров. Здесь мы реализовали проект полностью под ключ, так сказать, под тапочки. Что это значит? В наши работы на этом объекте входили разработка дизайн-проекта, черновые работы, инженерные работы, финишные работы, комплектация объекта чистовыми материалами, проектирование и изготовление мебели, декорирование квартиры. Нашему заказчику остается привезти в квартиру только личные вещи. Это очень удобно, и наши клиенты все чаще выбирают такой формат взаимодействия с нами. Изначально квартира была в голом бетоне, демонтажные работы не требовались, площадь квартиры небольшая, поэтому настала непростая задача выжать максимум полезной площади и получить современный, хорошо продуманный и эргономичный интерьер, причем в рамках строго отведенного бюджета. Сделав высокоточные замеры помещения, мы приступили к разработке дизайн-проекта. Перегородки мы возвели из газоблока толщиной 100 мм, в результате чего мы получили границы наших помещений. На плане расстановки мебели видно, что в квартире просторная кухня-гостиная, оптимальная спальня, полноценная ванная комната и удобная прихожая. С трудом верится, что все это вместилось всего лишь на 36 квадратных метрах. А теперь давайте познакомимся с тем, что у нас получилось по факту. Входим в коридор-прихожую. Светлые стены и большое зеркало зрительно увеличивают помещение. Справа трехсекционный встроенный шкаф высотой от пола до потолка. В первой секции штанга и вешалки для верхней одежды. В глубине шкафа электрические и слаботочные электрические щиты. Черные длинные ручки в виде клапанов крепятся скрытым способом с внутренней стороны двери. Такие изделия имитируют дорогие интегрированные ручки и почти не выступают из плоскости фасадов. Слева дверь в ванную, а напротив в спальню. Эти двери скрытого монтажа, или как их называют по-другому, invisible. Дверные полотна окрашены в тон стен. Контрастный контур создает темные короба, которые перекликаются с черными ручками и выключателями. Зеркало, как вы уже, наверное, заметили, вставлено в лаконичную черную раму. Темное обрамление элементов делают интерьер выразительным и завершенным. Мы сохранили входную дверь от застройщика, при этом внутреннюю накладку заменили. Декоративная панель черного цвета визуально добавляет глубину этому помещению. Во всей квартире смонтированы натяжные потолки, белое матовое полотно обрамляет верхний теневой профиль. Чтобы определить, натяжной это потолок или потолок, выполненный из гипсокартона, нужно очень внимательно приглядеться. Для освещения прихожей и коридора мы использовали встроенные споты. Далее проходим в кухню-гостиную. На торцевой стенке рельефное панно. Подобные арт-объекты отлично подходят для декорирования переходных элементов интерьера. Еще хочу обратить ваше внимание на финишную отделку пола. Здесь по всей квартире, кроме ванной комнаты, напольное покрытие из специального кварц-винилового ламината. Смотрится как классический паркет из инженерной доски. Примыкание напольного покрытия к стенам закрывает черный алюминиевый плинтус, который достоверно имитирует люксовый теневой профиль. Справа встроенный кухонный гарнитур от пола до потолка. Модули идеально вписались в нишу благодаря безупречной геометрии стен. Углы строго под 90 градусов. Отклонение стеновых поверхностей от вертикали менее миллиметра на всю высоту помещения. Это наши внутренние регламенты. Лайфхак. Между шкафами и стенами сделали доборы, чтобы дверцы можно было открывать под прямым углом. Без этих планок пользоваться примыкающими к стене шкафами было бы невозможно. Верхние шкафы без ручек задают ритм всей композиции. Слева колонна со встраиваемыми холодильником и морозильной камерой. Дверцы открываются при помощи черных алюминиевых ручек той же конструкции, что и у ручек шкафа в прихожей. Столешница из акрилового камня толщиной всего 2,5 см. В нее встроена раковина нижнего монтажа и установлен смеситель с гибким изливом. Посмотрите, как он работает. Очень удобно мыть посуду большого объема. В нижнем ярусе кухонного гарнитура рядом с модулем под раковиной находится встраиваемая посудомоечная машина. Дверцы нижних ящиков тоже имеют ручки. Посмотрите, как они закреплены на внутренней стороне дверцы. Над раковиной шкафчик с сушилкой для вымытой посуды. Над варочной панелью модуль с встраиваемой вытяжкой. Можно включить подсветку, настроить режим работы вытяжки в зависимости от объема готовки в моменте. Кухонный фартук из крупноформатного керамогранита с фактурой полированного камня. Выглядит, будто это единая плита длиной во всю столешницу. С кухонным фартуком прикликается глянцевая поверхность обеденного стола. У этой столешницы тоже каменная фактура. За столом с комфортом можно разместить до 6 человек.
Стол имеет устойчивую крестовую опору, которая обеспечивает удобное расположение кухонным стульям-креслом с мягкими подлокотниками. А еще этот стол отлично подходит и для работы. Здесь на стене розеточная группа для подключения компьютерной техники или зарядки гаджетов. Обеденный стол освещает дизайнерский светодиодный светильник, который разделяет функциональные зоны. Над кухонным гарнитуром на потолке установили светлые накладные светильники, а в гостиной использовали черные трековые системы освещения. У дивана минималистичный торшер того же цвета. Вот мы и перешли в гостиную. Обратите внимание на декор акцентной стены. Как раз диван с торшером стоит перед ней. Вертикальные русты, то есть тонкие желобки, сдают ритм стеновой поверхности. Такое решение объединяет гостиную с зоной кухни, в которой аналогичную роль играют стыки верхних модулей. Для создания рустов использовали специальный разделительно-декоративный профиль, который интегрировали в слой штукатурки. Уютный модульный диван с серой обивкой, очень приятный на ощупь. При желании из его модулей можно собрать спальное место. Перед диваном на полу расположился переливчатый бархатистый ковер-рубчик. Напротив телевизионная зона. Фоном для телевизора служит объемная панель, которую мы сделали из гипсокартонной конструкции. Зашпаклевали и покрасили в цвет стен. За панелью смонтировали скрытую подсветку, которая создает эффект парящей композиции. На телевизионной зоне инсталлирован внутренний блок сплит-системы с кондиционированием воздуха, а внешний блок помещен за окном. Для него предусмотрен специальный балкончик от застройщика. В кухне-гостиной два окна. Под ними радиаторы, система отопления от застройщика. Мы эти приборы менять не стали, так как у нас был строго отведенный бюджет. При этом они прекрасно вписываются в интерьер. Подводку отопления полностью закрывают шторы из мягкой портьерной ткани, более насыщенного серого цвета. Белые радиаторы за прозрачными гардинами тоже не бросаются в глаза. Теперь давайте посмотрим на кухню-гостиную со стороны окон. Отсюда хорошо видно, как идеально сбалансированы контрастные детали и как эффектно они выглядят на светло-сером фоне. Залетаем в спальню. Акцентная стена декорирована таким же профилем, что и в гостиной. И у этой стены была создана интересная композиция, основой которой служит панельная конструкция из гипсокартона с мягкой контурной подсветкой. Панель надежно зафиксирована к несущей стене. К ней прикреплены консольные прикроватные тумбы и интегрированные розеточные группы. Над прикроватными тумбами светящиеся овалы подвесных светодиодных светильников. В центре потолка подвешена кольцевая люстра. Сейчас на примере этой спальни я продемонстрирую, как освещение влияет на восприятие дизайна интерьера. Вот так комната выглядит, когда свет выключен. А теперь включаем все источники света. Интерьер сияет. Освещение – это мощный дизайнерский инструмент. С его помощью можно преобразить абсолютно любой интерьер. Слева у нас встроенный шкаф на всю высоту помещения. Вместительная система хранения состоит из двух секций с распашными дверцами и антресолью. Дверцы имеют длинные алюминиевые черные ручки. Оконный декор точно такой же, как и в кухне-гостиной. Карниз спрятан в нише натяжного потолка. Теперь давайте посмотрим на финальное помещение. Это ванная комната. Стены в ванной облицованы крупноформатным керамогранитом под камень. Размер плит 120 на 60 см. Смеситель раковины и душевая группа встроены в стены. Тропический душ выступает из плоскости стены и не связан с душевой лейкой. Монтаж встроенных смесителей позволил установить на подвесную тумбу большую накладную раковину. Здесь, как и по всей квартире, мы наблюдаем виртуозное расположение контрастных деталей. В овальном зеркале в темной раме с контурной подсветкой отражается черный короб скрытой двери, а также полки и электрический полотенцесушитель того же цвета. Сочетание светлых элементов, разных фактур и оттенков делают интерьер более выразительным и объемным. Над стиральной машиной шкаф для хранения разных принадлежностей, моющих средств и гигиенической косметики. На открытой полке можно расположить свернутые в рулоны полотенца. К стене на бортику ванны закрепили прозрачную шторку из безопасного закаленного стекла. Шторку можно поворачивать, удобно пользоваться и производить уборку. По левой стене сделан сантехнический короб, в котором установили систему инсталляции для подвесного унитаза. Выше скрытый люк для доступа к инженерным коммуникациям. Рядом с дверью стильный электрический полотенцесушитель, о котором я уже упоминал ранее. Мы используем только электрические модели. Водяной полотенцесушитель потечет 100%, это только вопрос времени. Вот такой интересный проект у нас получился. Заказать дизайн и ремонт у нас можно по ссылке в описании. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!